возле борта принимает шайбу. Даррен Диц отправляет шайбу к воротам Барулина. Константин отбивает шайбу перед собой. Хитрющая передача Михалиса на ближнюю штангу. Недалеко располагался Кёртис Волк, но до шайбы ему добраться не удалось. Даррен Диц подбирает шайбу, пас на вершину. Диц, какой момент! И гол! 1-0! Борис выходит вперед. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь все началось с того, что Даррен Диц отбирает шайбу у Мэтта Уайта. И получилось так, что контратака возникла у Борис 3 в 1. Но в этой атаке не поучаствовал Кёртис Волк. А Диц разыграл шайбу с Никитой Михайлисом. Михайлис набирает свое 30-е очко в этом сезоне за результативную передачу. 15 шайб и 15 результативных передач.